Доброго времени суток! Вы смотрите прогноз погоды, а значит, через мгновение будете знать все о настроении природы в понедельник, 25 декабря. В студии для вас работает Олеся Вайнер. Согласно данным синоптиков, декабрь продолжает поливать нас дождями и осыпать мокрым снегом. Следовательно, украинский небосвод в ближайшие 24 часа будет оставаться в большей степени пасмурным. И только в некоторых городах возможны небольшие прояснения. Средняя дневная температура воздуха по стране плюс 7 градусов. А сейчас детальная синоптическая ситуация в каждом из регионов. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 2 градусов мороза до 8 градусов тепла. Первая половина дня в регионе пройдет под хмурым небом. Предвидятся также дожди, а местами и мокрый снег. Однако ближе к закату осадки стихнут, и облака немного расступятся. На юге страны термометры в течение суток покажут от 4 до 10 градусов со знаком «плюс». В основном в регионе прогнозируется переменная облачность, и только жителям Симферополя в ночные часы придется наблюдать небольшой дождь. 25 декабря отмечается День памяти святителя Спиридона Чудотворца. Наши предки полагали, что он определяет характер всей зимы. Поговаривали, если солнышко на Спиридона, дни на святках с 7 по 19 января будут ясными, а Новый год морозным. А если хмурый небосвод, быть Новому году теплым и пасмурным. Что же, осталось немного подождать и лично проверить народное поверье. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 5-9 градусов выше 0. Небольшие просветы предвидятся в ночные и вечерние часы в Ивано-Франковске. В Ровной во Львове будет преобладать густая облачность и дожди. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха будет 2 градуса мороза, а максимальная дневная достигнет 7 градусов тепла. Лишь после заката облака немного разойдутся над Черниговом и Сумами. До этого момента жителям региона синоптики пророчат сильную облачность и осадки в виде дождя и снега. Густые облака займут и восток Украины. При этом на протяжении практически всего дня в регионе предвещаются осадки. Местные термометры в течение суток покажут от 0 до 8 градусов тепла. Атмосферное давление в этот день составит 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха местами поднимется до 99%. Ветер разовьет свою скорость до 10 метров в секунду, но возможны порывы до 17. Далее подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть от 0 до плюс 3 градусов, а днем прогнозируется 5-6 градусов тепла. Кратковременные просветы порадуют жителей Северодонецка в ночные и вечерние часы, а вот утро и день будут дождливыми. В Луганске и Алчевске предвещается пасмурная погода, а также осадки в виде дождя и мокрого снега в течение целых суток. В Донецкой области ночные температурные показатели составят от 0 до 2 градусов тепла, а в полуденные часы они будут колебаться в пределах 6-7 градусов. Славянск сможет порадоваться кратковременным прояснением в темное время суток, но утром и в обед его жителям понадобятся зонты. В Донецке и Мариуполе ночной мокрый снег перейдет в утренний дождь, который завершится лишь поздно вечером. В Днепропетровской области после полуночи ожидается от 0 до 3 градусов тепла, а в дневное время от 6 до 8 градусов со знаком «плюс». Едва заметные просветы предвидятся только ночью в Павлограде и Кривом Роге. В остальное время область будет покрыта серыми тучами, что приведет к осадкам в виде дождя и мокрого снега. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха от 1 до 8 градусов тепла переменная облачность в Киеве прогнозируется в ночные и вечерние часы. Однако дождь в городе будет идти с самых ранних часов и до заката. Это была вся информация о погоде на понедельник, 25 декабря. Смейтесь почаще, ведь, как известно, смех – залог долголетия. До встречи в нашей студии!